Как изменить тайм-аут, отключение экрана, собственно, что только что произошло, на устройстве Garmin Vivo Active 3. С вами канал Hardreset Info, давайте покажу. Итак, вначале нажимаем один раз на экран, чтобы его активировать. Затем нажимаем и удерживаем для того, чтобы открыть меню. После чего спускаемся вниз и нажимаем настройки. Затем опять спускаемся ниже. И выбираем пункт «Система», после чего опять спускаемся и выбираем пункт «Подсветка». Затем спускаемся опять чуть ниже и видим здесь тайм-аут. Нажимаем на него, и здесь у нас есть тайм-аут. Короткий, средний, долгий, очень длинный. Нажимаем «Очень длинный». Данная настройка сохранит время работы от батареи. Окей, ничего страшного. Выходим на рабочий стол. И видим, что теперь у нас экран мгновенно не гаснет. Что ж, ну вот, собственно. Ага, он пошел обновляться. Но это не зависит от того, какой мы выбрали режим блокировки, он просто решил обновиться. Ну что ж, друзья, надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания, всего вам хорошего.